Pioneer DJ создал для диджеев и продюсеров самый простой в обращении процессор эффектов. RMX 500 имеет лучшие функции флагмана RMX 1000, но упрощенное управление и более привлекательную цену. Кастомизация и возможность управления сразу несколькими параметрами одной рукой делают эффектор привлекательным для живого ремикширования или работы в студии, в том числе и благодаря бесплатному плагину. Две секции предназначены для создания бит-эффектов и одновременного процессинга. С помощью эффектов выхода вы можете красиво выйти из самых сумасшедших комбинаций эффектов. Справа у нас сценические эффекты. Как и на RMX 1000, они делятся на две секции. Эффекты, добавляющие энергии сету, и эффекты брейкдауна, комбинируемые с фильтром и другими эффектами. Итак, сверху у нас мод, эхо, нойз, спирал ап и ревер ап. Снизу фильтры низких и высоких частот, zip, spiral down и reverb down. В приборе есть и две инновации. Вместо создания множества сложных органов управления, мы сделали RMX более простым и интуитивным. Выберите эффект и поворачивайте ручку для одновременного изменения уровня и глубины эффекта. Теперь эта ручка чувствительна и к нажатию, которая усиливает эффект взаимодействием с другими параметрами. Еще один способ управления эффектами — функция «Эхо плюс». Эта функция добавляет короткое эхо. Также, находящейся с другой стороны ручкой «Эхо плюс бит», вы можете регулировать время данного эффекта. Сценические эффекты позволяют вам проявить максимум творчества, но порой красиво выйти из режима эффектов непросто. Вы можете выключить эффекты, оставив затухающий хвост, но это не всегда то, что вы хотите. RMX имеет уникальное решение. Нажмите и удерживайте кнопку выхода из эффектов. Это заглушит и музыку, и эффекты. Также с помощью этой кнопки можно добавить Vinyl Break, эхо или Backspin. Отпустив кнопку, вы возвращаете звучание трека, но уже без эффекта. Это прекрасно работает перед брейкдаунами. Вы можете также оставить эффекты активированными. Добавьте в сет сценические эффекты и редактируйте треки ритмическими. В этой секции есть аудиоэффекты вверху и драм-машина внизу. В середине есть ручка, одновременно контролирующая обе секции. Вы сможете применять аудиоэффекты к петлям, трансу, дилею или изменять треки с помощью roll, транс, add, reverse delay и offset. В драм-машине есть бочка, рабочие, клэп, хай-хет и цимбалы. Нажмите любую из кнопок, и данный звук начнет воспроизводиться в петле. Поворачивая ручку, вы меняете ее размер. Иногда очень интересно добавить в ваш сет ритмических звуков. Уровень барабанных звуков можно регулировать ручкой Instrument Level. Как и у сценических эффектов, нажатие энкодера существенно увеличивает параметр времени, как ритмических эффектов, так и драм-машины. Драм-машина также может быть использована для создания 4- и 8-битных петель. Нажмите Overdub и затем ритмически нажимайте 5 звуков барабанов. Барабаны будут автоматически квантизированы в соответствии с BPM. Нажатием плюс-минус можно их скорректировать, индивидуально или все сразу. Барабаны будут звучать, пока вы удерживаете кнопку нажатой. Теперь, если вы активируете ритмические эффекты, они активируют петлю, которая записана как секвенция. Часть этой петли можно убрать, удерживая Delete и нажимая соответствующий звук или эффект. Удерживая Delete и снова нажимая на кнопку какого-либо звука или эффекта, вы возвращаете их. Можно создать петлю, временно убрать барабаны, убрать один из эффектов и добавить другие, тем самым изменяя петли и делая их идеальными для данного трека. Выйти из петли можно, нажав кнопку Exit или удерживая Delete, постепенно убирая звуки один за другим.
RMX500 можно кастомизировать, выбирая различные комбинации эффектов, звуки барабанов, параметры времени секвенсора и эффекты выхода. При удержании Customize Shift загорятся все доступные для редакции функции. Теперь при нажатии барабанных звуков вы услышите по 6 различных вариантов на каждой кнопке и сможете выбрать необходимый. Сделайте то же с Overdub и выберите длительность петли между 4 и 8 битами. Каждый из сценических эффектов имеет 2 опции. Шум имеет 4 опции осциллятора. И, наконец, вы можете кастомизировать эффекты выхода, изменяя длину Backspin, Echo и Vinyl Break. Как и флагман RMX1000, эффектор можно использовать в студии в качестве контроллера для плагинов RMX500. RMX500 имеет встроенную звуковую карту, которая позволяет контролировать работу с треками или миксами с помощью наушников. Портативный RMX500 поможет реализовать ваши творческие способности, вне зависимости от применяемого оборудования. Вы можете подключить его в посыл-возврат вашего микшера или напрямую к мастеру даже бюджетного оборудования. Всего один RMX500 поможет поднять имеющийся у вас сетап на новый уровень, получив доступ к независимым эффектам.